Так, тест свечей по возврату. Это эксперименты были, Сань. Так, сейчас включаем питание. Включаем генератор. На низком давлении как бы косяков не видно. Сейчас это 6 атмосфер. Мы в защите. Потому что сейчас перегружать. И теперь, если будет видно, вот боковой пробив видно, я вижу. На этой свече его нету. А нет, есть, по чуть-чуть тоже. Раньше не было, раньше я такого не замечал. Вот он есть, пробивает боковое. Давление держится в системе. Вот он. Камера фиксирует. Да. Это рабочие, вот, это начало очень много пробивать свеча. Обычно свечи такого не делают. Такого делать и не должны. Поэтому свечи вернули, мне проверили в стенде в октаву и сказали, что проблема в них. Нормальные свечи другие поставили, машина едет без проблем. На этих свечах машина не разгоняется. Человек объехал очень много специалистов. Ладно, для справки фирма. Здесь может быть не видно. ЭЖК, ЗФР, ФАИК-11, который считается самыми серьезными блатными изоляции. Вот это уже свеча начала постоянно пробивать, стабильно, мимо. Эти перебои на больших оборотах влияют на работу автомобиля. Создаются помехи. Давление уже не такое сильное. Вот здесь у нас 10 атмосфер. Вот, это 9 атмосфер. Чтобы не говорили, что слишком много. Вот она пробивает. Это дефект. Такого быть не должно. Сами свечи чистые, чтобы никто не должен там грязь, нагар или еще что-то. Здесь не видно, но свечи очищены, белые. Так, вот эти вот свечки. Вот они. Если фокус нормально поймает камера. ZFR 6 FAX 11. Вот они. Если видно. Они даже на машине толком не работали. Эвакуатором привезли в октаву на проверку. Чистые, но пробивают сбоку.